Всем йо, пацаны, и чуваки, и чувихи, всем, короче, здорово, с вами сегодня Шмель. Вообще, данное видео должно было начинаться примерно как-то вот так. Да, надо бы на канал зайти, да, что-то зайти на канал. Что-то я проснулся, мне ж надо зайти. Вот на канал, надо бы зайти мне. Чудо хрустнуло. Блин, заходим. Грузись побыстрее. Вот. Загрузилось. Давай. Грузись побыстрее. Так, сколько у меня много видео, да, смотрим видео, да, видео смотрим. Офигеть, у меня 600 практически подписчиков, нифига себе, вау! Кто-нибудь... Спросит, какой я херня занимаюсь, никто не поверит. Ой, пипец, пацану, уже 16 лет снимаю всякую херню. Ой, ладно. Да, примерно как-то вот так должно было начинаться это. Ладно, если честно, ребята, я хотел бы сказать вам большое спасибо насчет того, что вы ставите лайки. Подписывайтесь, это, разумеется, никак, будто никак, сказал какой-то вообще бред. Это, конечно же, важно, особенно для меня. Чем больше ваших лайков и репостов, подписок и так далее, то мне вообще на душе хорошо. Также, пожалуйста, вот реально, кому не сложно, есть такое небольшое, как бы вам объяснить, окошечко внизу, такое небольшое, по названиям поделиться с друзьями. Не могли бы вы постоянно делиться с друзьями ВКонтакте, в Твиттере, вообще везде, особенно ВКонтакте, потому что когда делится ВКонтакте, вот у меня вот это особенно вообще просто, вот я кайфую от этого. Так что кому не сложно, вот поделитесь. А кстати, если что, когда вы отправляете мое видео другим друзьям, я вообще вас не заставляю репостить, ставить лайки и всякую такую дребедень, я вообще вас не заставляю ничего это делать. Если вам не нравится мои видео, не смотрите, потому что мне поступили такие небольшие связи, типа некоторым видео, ну там 2-3 человека не нравятся видео мои, и они, не знаю, все равно как-то смотрят. Мне все равно противно, я не знаю, не смотрят, я вообще не знаю почему. Это очень странно, если честно. Очень странно. Я еще раз говорю, если вам не нравятся мои видео, не смотрите вообще, я не знаю. Отпишитесь от канала, не знаю, подпишитесь на другие, но не надо мне это писать, типа там видео твои говно, так далее, так далее. Я же вас могу тупо заблокировать на ютубе, мне вообще на вас насрать как-то будет, вот. Так что, если вы тот, кто меня смотрит действительно и вам нравятся мои видео, пожалуйста, прокомментируйте прямо сейчас, там внизу где-то есть, типа такая, комментировать, поставить лайк, большущий такой, лайк жирненький, разумеется, без подписки вообще никак, и, разумеется, ну, может быть, вы поделитесь ВКонтакте, это просто безупречно будет, да. А также не забываем подписываться, ставить лайки, всем спасибо за ваш 600, это просто офигенно, йоу, всем удачи, всем пока, с вами был Шмель, да, если вы помните, есть еще такой.